Добрый день. Меня зовут Владимир Макаров. Я заместитель председателя профсоюза наземных служб аэропорта Пулково. Профсоюз наш организовался в апреле 2010 года. И по опыту я могу сказать, что максимальных успехов в борьбе за свои права работники могут добиться, только объединившись. В данном случае сейчас нас всех постигла беда. Беда, исходящая от нашего правительства, от олигархической системы, которая сейчас главенствует над нами. У нас всех пытаются ограбить. У нас пытаются отобрать заработанные нами деньги, которые мы зарабатываем на пенсию. Что мы можем противопоставить на данном этапе? Только массовые выступления, только объединенный народ может добиться отмены этого грабительского закона. Поэтому я, Макаров Владимир, заместитель председателя наземных служб аэропорта Пулково, призываю вас всех, членов профсоюза, простых работников, пенсионеров, школьников, студентов, выйти 16 числа на митинг в защиту своих прав. Вместе мы победим. Врозь нас раздавят. Спасибо.